Мы перед сегодняшней игрой очень испытывали большие трудности в плане игроков, потому что у нас 4-5 игроков основного состава выбыли из строя. Конечно, очень были проблемы в задней линии, и у нас центральный полузащитник, который никогда не играл даже защитника, пришлось опустить центральную линию. Но, тем не менее, претензий как бы по обороне нету. И, конечно, для меня, как тренера, очень напряженная игра была. Для зрителей, наверное, она очень интересная, потому что на самом деле очень веселая, интересная игра была. Ну и в плане, как бы боялся за оборону, скажу, что в плане оборонительных действий, я скажу, что команда достаточно очень неплохо сыграла с командой, да, с командой, которая и лидером. И в атаке тоже достаточно создали моменты. Единственное, что мы их не реализовали, а соперник реализовал. Ну и, конечно, вы говорите, что я недоволен там судейством. Конечно, недоволен. Тяжело играть, когда ты привозишь 12-13 человек, да, и еще играешь против 13, когда еще такое судейство. Первый тайм, мне кажется, был не очень выразительный в исполнении одной и второй команды. Что произошло в перерыве, что вы говорили своим футболистам? Что я говорил, что с этой командой можно выходить, хоть она и на втором месте, да, и хороший подбор игроков, что с этой командой можно выходить и играть. Мы знали ее сильные стороны, и в течение недельного микроцикла, да, мы старались, наигрывали, как противодействовать сильной стороной соперника и постараться использовать их не слабые стороны. В любом соперника есть сильные и слабые стороны, поэтому мы стараемся как бы, да, максимум сыграть на то, что сегодня можно.